лучший питерский деликатес? Соль с шавермой. Вещь из Санкт-Петербурга, которую ты бы распространил по всей стране? Соль с шавермой. За каким идиотским занятием тебя ловили родные? Я играл на сушилке на барабанах. В этот момент открыла дверь отец. Что можешь назвать самым удачным решением в своей жизни? Уехать из России. А самым неудачным? Поздно уехать из России. Как тебе наше место встречи? Прекрасно. Несмотря на стройку, здесь очень красиво. Расскажи, из чего состоит твоя утренняя рутина? Обычно я пью кофе, занимаюсь зарядкой и еду в офис. Где ты сегодня встретишь полночь? Надеюсь, что в постели. Какие сайты у тебя в закладках? Табло — это такой дашборд, в который мы собираем всю статистику, всю аналитику, чат GPT и стата Альфа-Лиц. Отель или апартаменты? Я предпочитаю отели, чтобы не тратить время. Как правило, в отеле, в деловых командировках быть удобнее. Уфа, Питер, Москва или Бангкок? Бангкок, сейчас скорее Белград. Где самые красивые закаты? На Пхукете. А девушки? В Украине и России. Почему в Сербии самые высокие парни? Потому что они много едят и пьют раки. Лучший питерский деликатес? Соль с шавермой. Вещь из Санкт-Петербурга, которую ты бы распространил по всей стране? Соль с шавермой. Есть вещь, которая кочует с тобой из дома в дом? Ну, это не совсем вещь, со мной кочуют мои коты. Роман, который лежит у тебя на прикроватной тумбочке? Я не читаю романы, но книга, которая сейчас, наверное, около кровати, «Компромисс Довлатова», хотя я прочитал ее давно, но лежит около кровати. Сколько есть версий, почему ты уховерт? Каждый раз, когда меня спрашивают, придумаю что-то новое. Самая безумная версия была про деда, который в Первой мировой отрезал уши. Поэтому, наверное, это самая безумная версия. А поведай настоящую? Нет, она слишком скучная. Какой бы бюджет попросил, чтобы воскресить Игромир? Да никакой, мне кажется, то, что мертво, умереть не может. Ну и вообще, не время воскрешать конференции в России. Какую игру прошел последний? Киберпанк. Сколько часов провел в Лиге Легенд? Много, несколько тысяч, мне кажется, прям много, не могу сказать точно. Фэнтези или фантастика? Фантастика. Считаешь себя Бэтменом или Робином? Ну, точно не Робином. Лучший супергерой всех времен и народов? Бэтмен. Мэдисон, все еще торт? И торт, и не торт, всегда. Какую местную группу можешь порекомендовать? Есть замечательная сербская группа, югославская, называется ЕКВ. Это что-то вроде русской арии, только такой панк-рок. Металл или инди-рок? Металл. Кем из музыкантов хотел бы поджемить на одной сцене? Мне нравится питерская группа Sonic Dev. Они сейчас живут в Армении, в Грузии. Я с удовольствием с ними сыграл на одной сцене. В чем для тебя главная суть рок-н-ролла? Протест, музыка, ну и в целом это крутое направление, которое притягивает крутых людей. Был музыкант, чья смерть выбила тебя из колеи? Да, когда умер Биби Кинг, я расстроился. Гибсон, Лес Пол или CG? Гибсон, Лес Пол. После какого трека лучше всего разбить гитару? После любого трека Моргенштерна. Самая переоцененная рок-группа всех времен и народов? Никелбэк. Не жалеешь, что не стал серьезно заниматься музыкой? Я занимаюсь музыкой в той степени серьезности, наверное, в которой бы хотел. Какой дебют в шахматах лучший для новичка? Мат с три хода. Кто привил тебе любовь к животным? Мне кажется, родители. Когда последний раз чувствовал себя на коне? Каждый раз, когда встречаюсь с командой, наверное, сегодня утром. Можешь распределить своих питомцев по рейтингу прикольности? У меня всего два кота. Кажется, они оба прикольные. Сколько стоит содержать лошадь в месяц? Около 1000 евро. Как определить, какое животное тебе друг, а какое можно съесть? Очень сложный вопрос. На самом деле, я не могу назвать себя вегетарианцем, но не ем животных, с которыми имею дело. Чем животное лучше людей? Ну, наверное, тем, что они честные, искренние. Когда-то умение держаться в седле считалось нормой. Какой следующий навык станет атавизмом? Я думаю, водить машину. За сколько срезал бы свои волосы? Я не нуждаюсь в деньгах, мне кажется, только если захочу сам. Сколько заплатил последний раз за услуги барбера? У меня есть хорошая подруга в Сербии, которая стрижет здесь только мужчин, как раз-таки сербка. И последний раз я был у нее, отдал 4000 динар.
Как бы ты охарактеризовал свой стиль? Веселый повеса. Чей стиль не стыдно скопировать? Ивана Гамаза. Что, по-твоему, вершина кринжа? Мне кажется, это когда ты носишь спортивный костюм Гуччи на конференции. Не считал, сколько потратил на свое образование? Не считал, но мне кажется, не так много, как мог бы. А сколько было шариков на стенде на Кинзе? 17 тысяч. Сколько ты можешь не работать, учитывая твой уровень жизни? Наверное, год. Выступления на конфах приносят реальную пользу? Да, конечно. Приводят партнеров, знакомят с новыми интересными людьми, развивают в себе навыки спикера. Это полезно. Почему черный пиар работает? Если ты умеешь делать что-то хорошо, то любой инструмент будет продавать и работать. Черный пиар – это инструмент, который надо уметь хорошо применять. О чем для тебя работа в маркетинге? Про деньги. Маркетинг – это про продажи, про заработок. Для меня маркетинг – это создание ценности компании, принесение финальной прибыли. Тебе проще работать с девушками или парнями? Мне просто работать, наверное, с талантливыми профессионалами, вне зависимости от того, какого они пола. Хотя, конечно, бывает, что иногда приятнее работать с девушками, иногда приятнее работать с мужчинами, в зависимости от должностей. В подчинении какого человека ты не смог бы работать? Мне, в принципе, не всегда просто работать в подчинении. Я больше про партнерство, нежели чем про какую-то такую прямую историю с подчинением. Какова главная проблема современного арбитража? Очень сложно войти. Количество скама, которые пытаются прикрыть арбитраж, всякие схемы и прочее. К арбитражу существует некое снисхождение? В первую очередь еще существует то, что все считают, что это очень сложно. И когда ищешь сотрудников, они хотят больше денег за счет того, что просто имеют небольшой опыт в этой сфере. Хотя это далеко не наука о ракетах, и есть сферы намного сложнее, чем арбитраж. Кто в сфере сейчас рок-звезда? Мне кажется, Лобожанка. Твое решение, что было продиктовано интуицией? Иногда принимаю решение на основе интуиции, но в основном, конечно, ориентируюсь на цифры. Последним решением было выбор того, какой финальный стенд мы будем делать на Кинзе. Сможешь уложить 5 лет работы в Альфа-Лиц в 5 слов? 5 слов, наверное, нет. Хочется сказать какой-нибудь прекрасной поговоркой. Например, под лежачий камень вода не течет. Какие негласные правила есть в Альфа-Лиц? Быть честным. Мы очень серьезно относимся к справедливости. Мы хорошо работаем. И мы получаем справедливую оплату своего труда. Соответственно, наши деяния всегда воздаются. В чем заключается твое видение компании? Занимать лидирующие позиции по всем направлениям, в которых мы присутствуем. Это SEO, это медиабайинг, это партнерская сеть, это инфлюенс, это маркетинг, агентство, которым мы занимаемся. Занимать лидирующие позиции и, конечно, давать ключевую ценность нашим партнерам, рекламодателям. Можно ли работать вместе с любимым человеком? Мне кажется, это достаточно сложно. Что ты не позволяешь никому в отношении себя? Снисходительность, грубость. То, чего я не позволяю делать себе по отношению к другим людям. Как посластить новость об увольнении сотрудника? Мне кажется, надо расставаться просто на честной ноте, говоря открытую обратную связь. Не бывает откровенно плохих людей или откровенно хороших. Практически всегда есть что-то плохое, и есть хорошее. Я обычно стараюсь подсвечивать сразу обе стороны. Что значит управлять? Наверное, в первую очередь мотивировать, во вторую очередь работать по метрикам. За что стоит драться? За близких. А когда лучше отступить? Когда понимаешь, что можешь нанести следующий удар позже. Последний человек, которого ты хотел ударить? Да нет таких. Я достаточно миролюбивый человек. Когда в последний раз нарушил закон? Смотря чей закон. Если говорить про Сербию, я часто паркуюсь не по правилам, потому что здесь большие проблемы с парковками. Ну и немножко превышаю скорость. Что можешь назвать своим главным пороком? Лень. Последний раз, когда ты себя разочаровал? Когда выбрал поход в бар, а не в зал. Сомневался когда-либо в своем ментальном здоровье? Нет, никогда. Твое любимое оскорбление? Слово «попуст», которое на сербском означает «скидка», а на русском достаточно обидное. Самый большой неудачник, что ты встречал в своей жизни? Предпочитаю не ставить клеймо на людях, поэтому, наверное, таких людей не встречал. За каким идиотским занятием тебя ловили родные? Один раз я думал, что я дома один. Я играл на сушилке на барабанах, когда мне было лет 8, под Рамштайн. И в этот момент открыла дверь отец. Было очень неловко. Карьера или самореализация? Мне кажется, невозможна карьера без самореализации. Что можешь назвать самым удачным решением в своей жизни? Уехать из России. Прошлое или настоящее? Настоящее. Самое ироничное решение Бога? Утконосы. Чего ты хочешь прямо сейчас? Чтобы съемка прошла хорошо. Что тебе запомнилось больше всего из того, что ты попробовал в этом году впервые? В этом году много всего прикольного было. Самое последнее, что было на прошлых выходных, это были трековые гонки. Наверное, это было самое яркое пока что из того, что я помню.
Как стать самому себе интересным? Развиваться, быть интересным для других людей. Что помогает тебе сохранить настрой? Люди. Меня очень вдохновляют люди, с которыми я работаю, вызовы, ну и сильные конкуренты. Почему люди будут испытывать ностальгию через 40 лет? По свободе и возможности быть самим собой. Чем ты поделишься с детьми в 80 лет? Надеюсь, что наследством и больше ничем. Почему человек – единственное животное, которое нельзя приручить? Мне кажется, человека можно приручить. Что можно найти полезного в одиночестве? Какие-то новые грани себя. Ну и люди одинокие часто более эффективны. Почему люди боятся смерти? Потому что на этом все заканчивается, а многое чего ты еще не успел. Почему осознание смерти важно? Потому что более понятно, что у тебя есть сроки, как и в работе, а у тебя есть дедлайны. Только здесь уже более прямолинейные. И ты можешь что-то не успеть. I'm aware of the bonds that were created today. When you told me that sure there's a way. And the water's so still and my pain has gone away. The air is much cleaner after it rains.